Всем привет, ребята! Хочу сегодня рассказать вам, воруют ли в машины в Америке вообще, колеса снимают ли. Здесь же богатая страна. Вот машина, а эта тачка просто стояла на парковке. Смотрите, это уже разбили стекло здесь. Хотели ее вскрыть. Вот стекло все разбитое. Не знаю зачем. Подушку порвали. Выломали здесь все. И хотели взломать замок. Вон, все разломано. Поближе. Все. Эта машина должна была уехать на страховку. Вот испортили. Видно, дверь хотели подковырнуть со всех сторон. Здесь. Сейчас покажу вам дальше. Воруют ли машина. Вот здесь две машины стояли просто на улице. На одной скрутили болты, но видно, секретка стояла. Бросили это дело. Вот болты валяются. Остальное стоит. Ну а здесь спёрли одно колесо. Просто взяли да сперли. Колесо и что-то там еще внутри разодрали. Вот так вот, ребята. В Америке тоже голодных очень много. Поэтому многие рассказывают, что здесь люди шикарно живут. Многие, да, живут шикарно. А многие криминалом занимаются и таким мелким. Вот машина, все будет селвиджная, хлам. Ну, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии.